Вы в курсе, что сочинцы сами могут обеспечить ремонт дороги на той или иной улице? Объясню. Доходы от платных прибордюрных парковок поступают в муниципальный дорожный фонд, то есть средства, которые автовладельцы оставляют в городских паркоматах и направляются на ремонт и содержание автотрасс курорта. Здравствуйте, я Инга Габеш, и это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О прибордюрных парковках, возобновивших свою работу, а также в целом о состоянии дорог, мы поговорим с начальником управления автомобильных дорог администрации города Сочи Юрием Усачевым. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте. Платная прибордюрная муниципальная парковка у нас в городе появилась в конце 2013 года, перед самой Олимпиадой. В целях оптимизации ситуации с заторами на дорогах город выступил с такой инициативой, и Краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства эту идею поддержало. Но вот все это время эти паркоматы работают как-то с определенной периодичностью. И, ну вот только буквально недавно вы заявили о том, что все, паркоматы в Сочи заработали, все. Вот довели их до ума. С чем была связана эта модернизация? Поясню. На самом деле, вы правильно сказали, что паркоматы в нашем городе появились в самом конце 2013 года, перед самой Олимпиадой. Это была инициатива города. На самом деле, ну, все мы знаем и помним, какие пробки были у нас в городе. Для этого было много сделано. И было произведено в том числе много ремонтов дорог. Но и вот основные улицы в центре самого Сочи, в центре Адлера, где у нас появились платные прибордюрные парковки. Основная цель, вы совершенно правильно сказали, что эта цель преследуются так же, как и в городе Москве, для того, чтобы не было заторовых ситуаций, не было пробок. То есть это те места, которые у нас как раз-таки в местах притяжения. Например, в центре города, это улица Островского, это где находится торговая галерея. И, безусловно, эти парковочные места, в первую очередь, конечно, нужны тем, кто приезжает в эту торговую галерею, а не тем, кто там работает. Потому что я думаю, что каждый и арендатор, и собственник магазина, либо кафе, например, на той же торговой галерее, заинтересован в том, чтобы те гости, которые приезжают к нему в заведение, ну, могли спокойно припарковаться и так далее, провести там, ну, может быть, час-два времени и уехать. Соответственно, что касается периодичности работы, как вы выразились, ну, у нас в тестовом режиме это проработало до Олимпиады, когда мы их только установили, во время Олимпиады. И, соответственно, они перестали работать где-то в середине 2014 года. Это был май-июнь месяц. В прошлом году, в 2015, были уже выделены средства на то, чтобы подрядная организация могла обеспечить, ну, как бы состояние техническое этих паркоматов, работу программного обеспечения. Я сейчас более подробно, наверное, расскажу, как это работает нашим телезрителям. Вот. И, соответственно, с мая месяца прошлого года, 15-го, у нас паркоматы работали и работают по сегодняшний день без перерыва. Единственное, хочется сказать, что платная прибордюрная парковка, она включает в себя не один, а несколько способов оплаты. И наши паркоматы, которые в городе Сочи, нужны только для того, чтобы наш автолюбитель имел возможность оплатить с помощью банковской карты то время, которое находится на парковке. Они не работали, да, где-то в январе и, ну, чуть больше половины февраля месяца. Они не работали по причине того, что было именно модернизация программного обеспечения. Я еще раз повторюсь, более подробно об этом сейчас расскажу. Но, тем не менее, второй способ оплаты, который сегодня у нас работает, и в прошлом году работал, это оплата с помощью СМС, он работал без перерыва, скажем так. Поэтому все наши автолюбители и гости нашего города, которые ставили свои машины на платных муниципальных прибордюрных парковках, имели возможность оплатить свою стоянку. Одновременно с обновлением автоматизированной системы нарушителям правил парковки, ну, то есть неплательщикам, уже стали приходить уведомления о штрафах. Так ли это? Совершенно верно, да. И я думаю, что многие, кто сейчас видит эту передачу, уже получили так называемые письма счастья. В том числе и по этой причине было обновление программного обеспечения. Я думаю, что все видят в тех зонах платной парковки, которые есть, автомобили, которые обозначены достаточно ярко и броско тем, что это автомобиль муниципальной платной парковки прибордюрной. Смысл этих автомобилей в том, что в них установлены парконы, которые фиксируют автомобиль, ну, скажем так, в режиме постоянного времени. То есть этот автомобиль без перерыва курсирует по улицам, где есть наши платные парковки. Как это работает, хотелось бы пояснить более подробно. В городе Сочи есть 15 минут бесплатных, то есть человек может, ну, поставить свой автомобиль на свободное место, там, зайти в магазин, что-то купить и уехать. Если он укладывается в эти 15 минут, то, в принципе, и оплачивать не нужно. Но, тем не менее, за эти 15 минут, если человек знает, что он будет
более там, продолжительное время находиться в том или ином месте, то он обязан в течение этих 15 минут произвести оплату. Еще раз повторюсь, это оплата с помощью банковской карты через паркомат, либо смс-оплата, это то, что есть на сегодняшний день. Соответственно, паркон фиксирует место, ну, автомобиль, который стоит на данном месте, фиксирует его через 15 минут и более. И, соответственно, если через 15 минут плюс 1 секунда оплата не произведена, то, соответственно, это уже является нарушением. Нарушением закона Краснодарского края, который предусматривает за неоплату парковочного места штраф в размере 1000 рублей. Соответственно, это система, автоматизированная система фиксации нарушений. И, в принципе, по сути дела, в дальнейшем наш паркон фиксирует, ну, конечное время стоянки автомобиля. То есть есть некое время, которое автомобиль простоял без оплаты. И уже, соответственно, это формируется в виде постановления программного обеспечения нашей системы. И это уже постановление, соответственно, в конверте доходит до нашего адресата. Хотелось бы отметить, что штраф, он не освобождает, скажем так, автолюбителя от оплаты того времени, которое он провел на нашей парковке. Поэтому, ну, конечно, платить нужно. Планируется ли ввести новый способ оплаты, что касаемо вот парковочных карт конкретно? Безусловно. На сегодняшний день у нас сейчас планируется ввести два способа оплаты дополнительные. Первый из них – это будет оплата с помощью карты оплаты, которые сейчас уже будут распространяться. В принципе, уже есть договоренность с сетью магазинов «Dixis». То есть в любом из этих магазинов можно будет приобрести эти карты. Также сейчас ведутся переговоры с «Лукойлом». Ну, это пока в стадии переговоров. Будем надеяться, что они будут удачными. И, возможно, где-то в мае можно будет наши карты приобрести, в том числе на заправочных станциях данного, как бы, производителя. Это еще один способ оплаты, о котором я сказал. И также у нас где-то к концу мая месяца этого года заработает наше, как бы, приложение, которое можно будет приобрести в любом там маркете, да, с любого телефона, которое позволит, такое приятное новшество для наших автолюбителей, оплачивать нашу парковку поминутно. То есть вы стоите 5 минут или там 12,5, неважно, вы оплачиваете именно то время, которое стоите. Сейчас, на данный момент, при тех способах оплаты, которые есть, если вы платите банковской картой, то время оплаты, оно кратно 15 минутам, то есть вы можете сами выбрать время, полчаса, 45 минут, час. Вот. Если вы оплачиваете с помощью смс-оплаты, то, ну, здесь это, как бы, момент, который нам могут обеспечить те операторы сотовых сетей, которые есть, и та компания, которая обеспечивает, да, как бы, этот способ оплаты, то тут оплата только за час. Ну, по сути, так же, как на других плоскостных частных парковках в нашем городе. То есть вы въезжаете, есть шлагбаум, есть жетон, и в любом случае вы въехали, вы уже за час должны заплатить. Но муниципалитет и город, как бы, идет, вот, старается на эти способы для наших автолюбителей, чтобы все-таки была оплата поминутной. То есть отговорок уже у неплательщиков не найдется. То есть только способ. Ну, в любом случае, да, оплачивать нужно. Вы же, когда что-то приобретаете, ну, не знаю, в магазине, вы же оплачиваете, у вас не возникает мысли взять товар и убежать, правильно? Поэтому я бы хотел еще, наверное, один из вопросов у вас, я так предполагаю, потому что его многие задают, что вот там вот заклеенные номера на машинах. Ну, бывает, конечно, вы знаете, это все на совести, наверное, тех людей, которые это делают. И, к сожалению, мы все видим, что это далеко не простые автомобили, скажем так, да? Вот. Ну, во-первых, на наших, в зонах наших платных парковок присутствуют наши парковочные комиссары. Помимо консультативных функций, ну, также они всякие эти бумажки, какие-то там кулечки, я не знаю, просто снимают с этих номеров. Ну, и смысл объяснить. А так их не накажешь, да, несмотря на то, что они закрывают госномера, то есть нет такого вот закона? Закона именно такого пока нет, но, допустим, я знаю, что в городе Москва, где уже платные парковки существуют более 10 лет, то сейчас они, как бы, этот закон продвигают на уровне Москвы. Вот я думаю, что, безусловно, он появится в ближайшем будущем и у нас в крае. Основной рычаг воздействия – это штраф. И я еще раз повторюсь, этот штраф предусмотрен законом Краснодарского края. И я думаю, что, ну, гораздо лучше и выгоднее заплатить, в принципе, ту вполне, скажем так, небольшую плату за тот час или два, который вы провели на парковке, нежели ждать это письмо счастья. Вряд ли кому-то они нравятся.
Ну да, сумма, в принципе, небольшая, 50 рублей. Но вот что касается людей, которые в эти районы приезжают на работу. Ну, к примеру, за 8 часов человек должен заплатить 400 рублей. Ну, наверное, для него это будет ощутимо. Я вам отвечу на своем примере. Я как бы работаю здесь тоже, по сути дела, на улице Островского. Города. Да, ну, на улице Островского я, например, свой автомобиль не ставлю. Есть у нас другие улицы, где, да, приходится пройти там 200, 300, 500 метров утром по хорошему, красивому городу, убранным улицам. Это даже приятно. Соглашусь. А давайте все же напомним горожанам, сколько всего у нас мест на этих самых прибордюрных парковках и на каких улицах они расположены. У нас в городе Сочи на сегодняшний день всего 966 мест, это включая места для инвалидов. Они у нас расположены в двух районах нашего города, это центральный район и центральная часть самого Сочи, и, соответственно, Аллерский район, город Аллер. Это у нас в центральном районе улица Кооперативная, улица Войкова, в районе Морпорта, скажем так. Также здесь основные центральные улицы, это улица Островского, Рос и Конституции. Ну и то это не полностью улица, это часть улиц. Например, Конституция у нас идет от Московской и до Парковой. Это вот та зона платной парковки, которая есть. В Аллерском районе это улица Кирова, улица Демократическая и улица Ленина. То есть, ну опять же, центральная часть. Близится курортный сезон, много туристов планируют приехать на автомобилях. В связи с этим, может, планируете увеличить количество этих парковочных мест? Знаете, на данный момент даже не в связи с сезоном, а вообще планируется увеличение парковочного пространства города Сочи порядка на 3000 мест дополнительно к тем, которые существуют. Ну, и эта работа сейчас проводится. Пока говорить конкретно о том, где, в каких местах появятся зоны платной парковки, наверное, рано. Но я думаю, что мы сможем с вами поговорить об этом буквально через месяц-два. Разметка парковочных мест для инвалидов вызывает много нареканий у наших автовладельцев, которые утверждают, что им практически стало негде оставлять свои машины. Вот. И в связи с этим, наверное, в городе появилось много машин со знаком «инвалид». Вот действительно ли сочинцам с ограниченными возможностями вот необходимо столько парковочных мест? Знаете, правильный ответ, наверное, не в том, сколько необходимо сочинцам или не сочинцам. Есть закон Российской Федерации по этому поводу, который гласит о том, что на любой парковке должно быть не менее 10% парковочных мест для наших инвалидов. Соответственно, эти места, они соответствующим образом обозначены. Это обязательно разметка на самом месте, на асфальте, да, и обязательно присутствие знака. Стоянка для инвалидов. Эти места, они длиннее и шире по ГОСТу для того, чтобы человек мог спокойно при любой там какой-то своей там ситуации сложной, да, выйти из машины, поставить автомобиль там и так далее. Что касается, вы правы опять, что у нас много появилось автомобилей с желтой наклейкой. Но сложно там судить, как говорится, мне сейчас, насколько кто-то это клеит, чтобы этим пользоваться, а кто-то на самом деле инвалид. Но могу сказать, и жители это тоже знают прекрасно, что именно по этим местам для инвалидов активно работают службы эвакуации. И человеку, чью машину эвакуировали с места для инвалида, нужно будет обязательно, помимо этой желтой наклейки, предъявить свое удостоверение. То есть, опять же, по закону Российской Федерации, наш инвалид должен находиться в этом автомобиле, за рулем или нет, эта роль не играет, но он должен был на нем приехать. Это важно. Поэтому, ну, скажем так, нежели платить достаточно большой штраф с учетом эвакуации, лучше поставить на свободное место, заплатить 50 рублей в час и не хулиганить. Это точно. Средства, как я отметила в начале, собранные с платных парковок, идут в дорожный фонд города. Какую сумму собрали в прошлом году и на что ее потратили? Знаете, мне бы хотелось особо, как бы, может быть, более подробно объяснить. Все средства, 100% средств, которые платят наши автолюбители, идут сразу прямиком в бюджет города Сочи, и в том числе и напрямую в дорожный фонд города Сочи. Собственно, именно с дорожного фонда города Сочи средства идут непосредственно на дороги, на их ремонт, на обновление разметки, на поддержание работы светофорных объектов, на поддержание нашего знакового хозяйства, да, потому что, ну, к сожалению, у нас в городе есть какие-то вещи, там, связанные с вандализмом, да, знаки гнут, там, закрашивают и так далее, что, собственно, ухудшает безопасность дорожного движения. Эти работы как раз-таки идут, ну, и финансируются с дорожного фонда. В прошлом году наша муниципальная парковка собрала в бюджет города Сочи, в дорожный фонд, порядка 12 миллионов.
В прошлом году у нас было отремонтировано достаточно немаленькое количество улиц нашего города. Это и улица Пятигорского, Пятигорская в Хостинском районе нашего города. Это и улица Адаевского в поселке Лазаревское. И, скажем так, в принципе, никто не задумывается из наших автолюбителей о том, что покупая, например, топливо, бензин или дизель, неважно, на заправках, то есть есть некий там акцизный сбор, который является источником пополнения дорожного фонда. Но и плюс, в том числе, вот те средства, которые идут с наших парковок, тоже попадают в дорожный фонд. Мы все знаем, что у нас до Олимпиады и после нее было много сделано в плане ремонта дорог в нашем городе. Но, безусловно, еще многие дороги требуют ремонта. Поэтому от того, насколько наш бюджет собирает эти средства, в том числе с наших муниципальных парковок, ну, зависит в том числе и то количество улиц, которое будет возможность отремонтировать, например, в этом году. Ну, а подытоживая уже разговор о парковках, Юрий Александрович, запустив проект с прибордюрными парковками, руководство города преследовало одну цель – навести порядок на улицах, разгрузить город. Да, вот удалось ли добиться этой поставленной цели? Знаете, я хорошо помню, думаю, наши жители и вы, когда активно у нас заработали наши муниципальные парковки, паркоматы так называемые, в прошлом году. Ну, я уже говорил, что управление дорог находится, по сути дела, на улице Островского, да, офис. Поэтому я прекрасно помню, что какая была улица заставленная, пройти было невозможно, да, не то что проехать. И поначалу, там, первые там, 2-3 месяца, ну, на самом деле, не было проблем встать. То есть были свободные места на этой парковке. В прошлом году, видимо, многие, ну, посчитали, раз нет штрафов, нет наказания, ну и бог с ними. У нас как бы сейчас опять ситуация стала хуже. На той же улице Островского. Но сейчас, я думаю, благодаря письмам счастья, к сожалению, что вот благодаря этому, ну, как-то будет порядка больше. Поэтому давайте просто вспомним, как было. Это быстро забывается. Стало лучше. Ну и вопрос, касающийся, наверное, основной деятельности вашего управления. В каком состоянии сегодня наши сочинские дороги? Ну, знаете, как в любом городе, который и развивается, и что-то происходит, то, ну, безусловно, дороги, они требуют ремонта с определенной периодичностью. Повторюсь, что много сделано и в прошлом году, и в позапрошлом. Безусловно, много сделано к Олимпиаде в плане ремонта дорог, строительства, реконструкции этих дорог. Но и многие, как бы, дороги у нас требуют ремонта и на сегодняшний день. Сейчас, как бы, вопрос решается, и я думаю, что, надеюсь, что он будет решен положительно в плане того, что с края мы ожидаем субсидию именно на ремонт дорог города Сочи. Ну, сейчас я не хотел бы озвучивать, но надеюсь, что это будут достаточно немаленькие средства, которые позволят отремонтировать, ну, порядка где-то 80 улиц нашего города. То есть надеемся на это. Если же даже этого не произойдет, ну, наверное, не прошлый, не позапрошлый год, не скажут о том, что муниципалитет ничего не делает в этом направлении. Каждый год у нас ремонтируются улицы. Ну, существует список этих дорог, которые требуются ремонт. Вот по какому принципу составляется список? Ну, во-первых, я хочу отметить, что в городе Сочи есть решение суда, которое касается ремонта улиц. И в соответствии с этими решениями суда, конечно, это будет приоритет. Но вы знаете, на самом деле определить, что важнее или что менее важно, ну, сложно. На каждой улице живут люди. Вот единственное, конечно, есть такие моменты, как, например, общественный транспорт. По каким-то улицам он ходит, по каким-то нет. И, безусловно, те улицы, по которым ходит общественный транспорт, они, наверное, в первую очередь требуют ремонта, чтобы наши жители и гости могли ездить по хорошим дорогам. Ну, все чаще рядом с городскими дорогами затевается стройка. Ну, город растет, дело понятное. Большие грузы разбивают эти самые дороги, как было, например, с улицы Пятигорской. Куда можно обращаться вот в таких случаях с жалобами, чтобы в том числе и застройщика обязать отремонтировать сломанное, разбитое полотно? Безусловно, обращаться нужно в администрацию города Сочи. И можно это делать напрямую в управление дорог. Мы уже как-то будем реагировать по этому поводу. Хотелось бы сказать, что, например, сейчас в микрорайоне Мамайка по улицам Анапская, по улицам Полтавская, улица Крымская, Волжская, уже сейчас идет ремонт дорог. Жители района Мамайка могут убедиться. Как раз таки этот ремонт идет за счет застройщиков. Подчеркну, тех застройщиков, которые имеют разрешение на строительство, которые делают все в соответствии с законом. Ну, естественно, при строительстве не без этого, где-то эти дороги были, ну,
подразбиты, скажем так. По поручению главы города Сочи Анатолия Николаевича, первого заместителя главы города Сочи Чермита Мугдина Мадиновича, было как бы совещание проведено, где были как бы все эти застройщики, и вот результат налицо. Работы по ремонту этих улиц уже идут. Это как пример. А с чем же связано закрытие пешеходного перехода в поселке Лазаревском? Вот нам зрители тоже звонят, спрашивают у нас. Вот я спрашиваю у вас. Пешеходный переход на пересечении улиц Калараш и Лазарева. Во-первых, Лазарева – это федеральная дорога. Калараш – это наша муниципальная дорога. Пешеходный переход наземный, который был на этом перекрестке, он существовал достаточно продолжительное время, не один год. Вот. Но, тем не менее, насколько я знаю, та статистика, во-первых, дорожно-транспортных происшествий на этом перекрестке именно с пешеходами, говорит о том, что все-таки это очень опасный перекресток, это первое. Второе, стоит, наверное, обратить внимание и нашим жителям, в том числе, которые звонят в вашу студию, что летом, в сезон летний, по федеральной дороге, именно по поселку Лазарево, проехать практически невозможно, то есть это сплошные пробки. Безусловно, одна из причин – это в том числе вот этот перекресток, на котором был наземный пешеходный переход. И третье, что хотелось бы сказать, что буквально в 100 метрах от данного перекрестка есть надземный пешеходный переход, по которому и гости курорта, и наши жители могут, во-первых, безопасно, что немаловажно, во-вторых, в принципе, безболезненно попасть на сторону моря. И по этому поводу, насколько я знаю, сейчас было проведено совещание. Оно было проведено по обязательствам первого заместителя главы города Сочи Чермита Мугдина Мадиновича. На этом совещании были представители УПРДОР Черноморья, это собственник федеральной дороги по городу Сочи, и там другие службы и так далее. И, в принципе, сейчас дано поручение рассмотреть вопрос, чтобы на именно надземном пешеходном переходе обустроить лифт. Лифт, которым смогут пользоваться инвалиды, которым смогут пользоваться пожилые люди, участники там войны, дай бог им здоровья, и, конечно, наши уважаемые мамочки с колясками, с маленькими детками, для того, чтобы не подниматься по лестнице. Что касается остальных молодых, сильных, отдыхающих, загорающих, то я думаю, что даже полезно пройти там по лестнице, подняться там пару-тройку там ступенек, пройти безопасно, я повторюсь, федеральную дорогу, по которой идет большой поток машин. И это главная причина. Дороги, которые не отвечают нормативным требованиям и которые не попали в очередной список на ремонт, не списываются со счетов. Напомню, они будут ремонтироваться по другой программе, а именно за счет доходов от платных парковок. На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе всех городских событий. Всего вам самого доброго. Юрий Александрович, вам огромное спасибо за беседу. До свидания. Спасибо. Всего доброго.